У нас сейчас, значит, очень попросили сегодня приветствия, как молодая, не могу сказать автор, что молодой автор Маргарита Шилова и я спеть Александра Кулакова. Они хотели спеть песню, которая, значит, как бы вроде как посвящена мне, но сейчас послушаем. Спасибо. Пожалуйста, как вы решились там тоже. Здравствуйте, друзья! Своему любимому автору Александру Моисеевичу Границкому я посвятила письмо, которое называется «Из записок кариатиды». Ну, это, как вы поняли, такая перекличка с атлантами, которые держат небо, только атланты питерские, кариатиды московские. Я подбил микрофон, я хочу на вас смотреть. Я не могу спиной. Угадать бы, где в судьбе моей трещина, для чего меня такую зачали, что родиться довелось слабой женщине плечами. Я и рада бы кружить над эпохою, сеять счастье и тепло без усталости. Только это современникам пофигу, не дозволен мне трюк женской радости. А голуби гуляют по крышам, им оттуда выше до неба. Только чем поднимешься выше, тем меньше шанс найти крошек хлебных. Мой атлант, он держит небо со звездами, подпирает южный крест мироздания. Пусть говорят, что 300 лет на стоженьке, он живет архитектурным созданием. Я не буду верить в глупые домыслы. Я недавно прочитала у классика, что бывают еще светлые помыслы, что дождемся еще женского праздника. А голуби гуляют по крышам, им оттуда ближе до неба. Только чем поднимешься выше, тем меньше шанс найти крошек хлебных. О высоком мыслях нынче не принято, и на кухнях о судьбе не беседуют. Кавалеры, аксельбанты и мамонты в пыльных книгах антресоли наследуют. Вот угадать бы, где в судьбе моей трещина, и для чего меня такую зачали, что родиться довелось слабой женщины с мужскими плечами. Спасибо. Я, так сказать, несколько себя смущаюсь, когда молодая красивая женщина поет песню мне посвященную. Вот, и поэтому я вынужден вспомнить обращенные ко мне стихи все того же моего друга Игоря Бегермана. «Любовью давнюю маня, любовью давнюю маня, не искушай меня без нужды, все, что осталось от меня, годится максимум для дружбы». Я прошу прощения. Давайте немножко меня добавим. У меня такое ощущение, что у меня что-то голос убрали. Гитара не забивала, нет? Нет, нормально. Вот сейчас давай слышать, да? Окей, хорошо, спасибо. Тогда я просто... Количество записок превысило все возможные нормы. Я сейчас попытаюсь все-таки начать тогда с записок, чтобы... Там что-то еще лежит, да? Да, это мы спели. Так. Песня, которую очень редко пою. Кстати, вторую еще просили спеть песню. Что вы сказали? Что? Это новогодняя песня. Написана от лица женщины, кстати, в свое время.
Дай помощь немножко. Что за саги, что за руны, на дворе метель поет. Подари мне, милые струны, где гитар в Новый год. Словно сестры отзовутся мне они на имена. И покуда не порвутся, буду я тебе верна. И покуда не порвутся, буду я тебе верна. Скрыт туманом профиль лунный, свечка тонкая плывет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Сохрани тепло мелодий, жар моих горячих рук. Потому что все проходит, остается только звук. Потому что все проходит, остается только звук. Не всегда мы будем юны, время смутное грядет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Пусть не верит нам удачи, но хотя бы на момент. По девчоночи заплачет, засмеется инструмент. По девчоночи заплачет, засмеется инструмент. Океан качает шхуны, а земля под нами жжет. Подари мне, милые струны, для гитары в Новый год. Что сидишь ты без участия, что грызешь ты пирожок. С Новым годом, с новым счастьем, с новой песнею, дружок. С Новым годом, с новым счастьем, с новой песнею, дружок. Гитара правильно не заглушает, потому что я слышу одну гитару, да? Нормально. Хорошо. Еще одну просили спеть из старых лирических песен. Это уже осенняя, не новогодняя. Как грустно. Как грустно. Нет, нет, вот прям как вы. Как грустно осенняя вода, как печальные пристани пустые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые, и еще спеша и светясь, все равно смешно нам и горько, трепыхаясь в лиственных сетях. Мы плывем со временем вдогонку, трепыхаясь в лиственных сетях. Мы плывем со временем вдогонку, ни надежды не будет, ни любви. За его последние границы, ах, поймай меня, останови. Прикажи ему остановиться, ах, поймай меня, останови. Прикажи ему остановиться. Только ты смеешься, как всегда. Только ты отдергиваешь руки. Надо мной осенняя вода начинает песню о разлуке. Надо мной осенняя вода начинает песню о разлуке. Как весна осенняя вода, как печальные пристани пустые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые, вновь сентябрь на наши города. И вода кидает золотые. Я хотел начать на совсем новую песню, показать этого года. Не броните меня. То есть не этого прошло. Шарик мчится вперед, неуклонно вращаясь. Ночь длиннее становится, день ото дня.
Если я по-английски уйду, не прощаясь, не броните меня, не броните меня. Если я по-английски уйду, не прощаясь, не броните меня, не броните меня, не броните меня, ибо знаю я точно, что от вас насовсем никогда не уйду. Если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году, если кто-нибудь вспомнит забытую строчку, что придумано мною в далеком году, значит, все не умрет, значит, что-то воскреснет. Время хрустнет опять, как сучок под ногой. Если кто-то другой запоет эту песню, о любви говорить будет кто-то другой. Если кто-то другой запоет эту песню, о любви говорить будет кто-то другой. Никогда не умрет чувство чести и долга, никогда не умрет наша юность, друзья. Если чайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. Не случайно на флоте, где плавал я долго, есть команда короткая, делай, как я. И покуда волна набегает на берег, и покуда вода вниз бежит по реке, будут люди в любовь настоящую верить, свой счастливый билетик зажав в кулаке. Будут люди в любовь настоящую верить, свой счастливый билетик зажав в кулаке. Пусть не плачут потом надо мной по-дарински, пусть потом надо мной не рыдает родня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Если я не прощаюсь, уйду по-английски. Не броните меня, не броните меня. Есть и синяя барда на западе, поющие на русском языке. Не блатные, и не шансон, а гражданство, политические и так далее. Разве сейчас в России так все прекрасно, даже в Токарева рисовали за песни об эпохе Ельцина с уважением Богу. Вы знаете, вот я, честно говоря, не знаю, и за рубежом, то есть мне сейчас довелось побывать на фестивалях, на американском фестивале «Восточное побережье», русской авторской песни, в Канаде я был, в августе, что ли, да? Ну, вот там был вечер памяти Галича, кстати, вот такой контраст. Вот Галич там пел замечательный, Кривошеин отсюда приехавший, там еще Кривошеин, да, Максим, вот и так далее. А вот, ну, ничего ни там, ни тут соизмеримого нет. А, кстати, как я тоже считаю, что одной из причин кризиса авторской песни является полное отсутствие протестной составляющей, потому что то, что сегодня называется авторская песня, это такое, давайте сделайте нам красиво. Это развлекаловка, это шоу-бизнес. Я не буду называть имена. В такой степени, но в лучшем случае лирика. Но в лучшем случае лирика. И то, мягко говоря, такая беспроблемная, я бы сказал, лирика. Вот. А что, нет в России проблем, что ли, сегодня? Странно. И мне кажется, что вот отсутствие протестной составляющей, я уж не говорю там Галич, не говорю мой друг Ким, ранний Ким, я имею в виду, или там Владимир Высоцкий и прочее, прочее, прочее. Понимаете, и вот это, конечно, не внушает никакого оптимизма отчасти нынешней авторской песни. Но ждемся. Вот я очень интересно получил несколько лет назад, и в этом же зале, записка разжигает. Дорогой Александр Васильевич, как, по-вашему, будет развиваться
авторская песня в России в следующую эпоху застоя, к которой мы приближаемся. Интересная мысль, да? Вот. Дальше. Так. А, вот, пожалуйста. Кстати, Севастополь останется русским. Это уж я не подбирал, да, дело в том, что, да, я вам расскажу интересную историю. Значит, в ноябре месяце вот тут пришла замечательная женщина Татьяна из Праги. Значит, меня приглашали в Прагу, там вот такой, я бы сказал, официальный визит. Меня официально принимало русское посольство, замечательный человек, русский посол там. И там был прием в мою честь, естественно, там всякие дела. Вот, оттуда мы прямо с Александром Николаевичем полетели в город Киев, где у меня были заряжены концерты в Киеве. В Доме офицеров большой зал, все было хорошо, весь Киев. Киев был обклеен моей физиономией, и там был аншлаг. А этот менеджер мой из Киева, он очень грустный. Говорит, знаете, говорит, я очень расстроен. Я говорю, что такое? Аншлаг полный. Понимаете, обычно на афишах приезжающих из России там артистов или там поэтов пишут при поддержке посольства Российской Федерации. Тут вот Никитин был, и все написали. А когда я с вашей афишей приехал, мне сказали в посольстве, что Городницкого посольство России поддерживать не будет. Я это очень расстроен обстоятельством. Я говорю, я думаю, вот почему, да, от чего, а потом все-таки догадался, чтобы не подписываться официально под этой песней «Севастополь останется русским», что, дескать, не официальная позиция нашей администрации, а это личное дело, как господин Городницкий. Да? Вот такое дело. Смотрите, не только моя личная дело. Вот, а поращай рассказать историю. История простая. В прошлом году, понимаете, я все-таки человек дико имперский. Мы сами, вот я же старого, так сказать, покроя еще, вот человек. Значит, мы сами иногда в себе этого не ощущаем. Вот, а в прошлом году меня каждый год приглашают на фестиваль «Балаклавские каникулы». Это в Балаклаве, там, в базе флота бывшие и так далее. Проходят очень хорошие такие фестивали, там, много украинских авторов, наших и все такое. А тут, значит, я приехал в очередной раз, и главный редактор газет, Севастопольской газеты, Андрей Соболев такой, начал мне рассказывать, пока мы ехали из аэропорта в Севастополь, или там в Балаклаву, о том, как притесняют там, что Пушкина только в переводах на украинский заставляют в школах читать, что телевидение наше там не показывает, что русские газеты закрываются в Крыму, где там большая часть русского населения, и о притеснениях русского языка и прочее, прочее. Ну и вот, что Севастополь туда-сюда. Ну и у меня, значит, моя, значит, это самое имперское взыграло. Я написал песню, а я там приезжал, значит, как, ну, как почетный гость, там где-то что-то поет, а меня там старичка выкатывает на коляске, я там слабой рукой дрожащей, как работал стариком Державина, так благословляю, они поют, а я там отдыхал. Вот. А заключительный концерт фестиваля был, есть такой, если кто был в Севастополе, не знает, замечательный, кстати, город, мы с Хрустальной. На нем стоят огромные бетонные фигуры последних защитников Севастополя. Такие гигантские бетонные фигуры, прямо на краю моря. Значит, смертельно раненый краснофлотец умирает на руках красноармейца. И прямо по открытым небом, при свете прожекторов, вечером стоят заключительный концерт. Толпа собрана довольно большая, ну, на улице. Да, и я говорю Андрею, знаете, я вот Андрей, я вот написал песню, ну, так спойте. Я говорю, ну, так я боюсь, что потом у вас какие-то будут проблемы из-за этой песни. Он говорит, да что вы, да, что от меня ждете? Да, значит, ну, пожалуйста. И мне Сережа Никитин ее подобрал. Кстати, есть в Ютьюбе, это первое исполнение, снято на видео. И есть оно в интернете, можно его воспроизвести. И уже после первого припева, после первого куплета, когда толпа стала хором подпевать, я уже сам как-то был, может, не рад, но я уже не мог остановиться, естественно. Потому что из песни слов не выкинешь. Вот. Пахнет дымом от павших знамен, мало проку от битвы жестокой, стан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. Израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, небе ветеров вечные стаи, вдаль уходит посмотреть.
последний моряк, корабельную бухту оставив, и твердит он, смотря на закат, и на берег покинутый узкий, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное мглисто. Я ступаю в последний вельбот, покидающий Крамскую пристань, и шепчу я, прищурив глаза, не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским. Тоже 70 с хвостиком. Ах, с хвостиком, да. Она с ее друзьями, да, 12 человек. Очень прошу вас поздравить. Поздравляю, конечно. 12 человек, ваши большие поклонники. Любой песня на ваш выбор. Ее зовут Нина. Нина Ивановна, с большим удовольствием поздравляю с какой-нибудь песней. Ну вот какой? Да. Сейчас сообразим. Жена французского посла? Ну хорошо, вы как именинница имеете право заказывать. Надеюсь, все знают печальную историю этой песни и те большие неприятности, которые, значит, я за нее получил, с вами, когда таскали в КГБ в Ленинграде еще, и, значит, требовали признания в интимной связи с женой буржуазного посла. Да, и потом, ну, в книге «След в океане» все это частично, значит, описано. А вот конец я люблю рассказывать, может, кому-то уже я рассказывал, но в книжке этого нет. Когда пару лет назад в театре «Школа современной пьесы» на Трубной площади мы с Александром Николаевичем выступали, и есть фотография, кстати, где-то даже, что это. В конце первого деления на сцену поднялся совершенно черный человек в смокинге с бабочкой, официально в протокольной одежде, держа в руках огромный там-там. И на хорошем русском языке сказал, что по вручению превосходительства чрезвычайно полномочного посла Республики Сенегал в России господину такого-то, он имеет честь вручить господину Городницкому там-там знак уважения за то, что в России впервые за всю ее историю написали песню о Республике Сенегал. Я надеюсь, что меня поддержит зал, во всем случае, в части припева. 70-й год, Дакар. А мне не дали сняться и не гали, а не поля, родные не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, блеск волны, мерцание весла. Хок, крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высоко грудь ее ногая, как нога, высокая нога. Не нужны тебе другие бабы, всю мне душу Африка свела. Хор, крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабы и жена французского посла. Дорогие
братья и сестрицы, что такое сделали со мной. А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. Тени тундры. 72-й год, остров Майкальчик. На мхах и травах тундры, где подспудно уходит лето, быстрые секунды, где волны, как каменные тумбы, где с непривычки легко уйти. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, перегоняют пешего пути. Если как-то, раз проснувшись утром, забыв на час о зеркале и пудре, ты попросила рассказать о тундре, и лист бумаги белый я нашел. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающей над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, и запросил ты я карандашом. Потом покончил с этим трудным делом, оставив место для ромашек белым, весь прочий затратил мне смело. Зеленой краской радости для глаз, а то сле выбрав кисточку потоньше и осторожно краску взяв на кончик, я синим бы раскрасил колокольчик, и этим бы закончился рассказ. Я повторять готов, живущий трудно, что мир устроен праздничный мудро, да мир устроен праздничный мудро. Пока молились каждый день, теля облака, живущего над тундрой, тень птицы, пролетающий над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, рядом с ними собственную тень. Тень облака, плывущего над тундрой, тень птицы, пролетающий над тундрой, и тень оленя, что бежит по тундре, рядом с ними собственную тень. Сегодня увидел в интернете песню «Снег» в исполнении Осипа Кобзона. Это, если не ошибаюсь, 76-й год. Нет, неправильно, 67-й. Запись с «Голубого огонька». 68-й год, да-да, Саш, правильно, да-да. Знаю, есть такой индоверса и координаты сайта. Все могут посмотреть. Да. Он перевирает тусовку, да, это уже. Так. Несколько слов о творчестве Михаила Анчарова, Константина Никольского. Вы знаете, что, я, наверное, что Дине верно, я просто не знаю. О них много пишут, мало смотрят, к сожалению. Единственное, о ком я могу сказать, человек, которому я написал довольно много в книге своей, написал в литературную газету, к его, не должен он до этого 80-летия, большую статью о нем. Михаил Анчаров. Я даже стихи вам посвятил в моей последней книжке, которая еще не вышла, но я их не помню, к сожалению, наизусть. Это, по-моему, незаслуженно забытый, очень талантливый автор. Об остальных я, к сожалению, ничего сказать не могу, потому что я с ними не знаком. Если сейчас спелые, смелые барды, каким был Александр Галич, неужели сейчас так страшно? Я, например, понимаю замалчивание таких исполнителей, как... Что? Замалчивание таких исполнителей, как... Михаил Ножкин и Жанна Бичевская, с уважением. Насчет, ну, кто же замалчивает? Говорю, насчет Жанны Бичевской, я только что слушал ее антисемитские и полуфашистские песни.
и мне стало грустно и стыдно за эту женщину. Поэтому ее не замалчивают. Откройте любой национал-патриотический сайт, и вы услышите ее песни в страшном сопровождении о том, что отпустить жидовскую кровь и так далее. Так что я не поддерживаю такую протестную лирику, уж вы меня простите. Даже отказался от нее. Если это тоже форма протеста, то весьма странно. Прочитайте стихотворение, продавленное в вашу честь звезду. Сейчас вспомню. Да, дело в том, что вот 305, когда было себе, господи, сколько же было, 300-летие моего родного города, и меня позвали в Питер, и говорят, что мы должны принять участие в концерте, где, значит, знатные жители Питера, в честь которых названы звездные планеты. Я говорю, что извините, ничего, чуть не говорили. Наверное, вы ошиблись. Но они говорят, извините, наверное, мы ошиблись. Повесили трубку. Через 2 часа звали, нет, это вы ошиблись. Я с удивлением узнал, что, значит, в Ялтинской обсерватории была открыта в конце 90-х годов какая-то малая, значит, звезда, астероид, значит, вот нашей Солнечной системы диаметром 15 километров, потому что вот мне вот академик Петровский, мы с ним вместе отмечали, а у меня, говорит, всего 9 километров. Ну да, не в этом дело. А, значит, у меня есть свидетель стишок такой. Мала планета. Дело в том, что действительно так получилось, что назвали планету Александр Городецкий, а в прошлом году я получил сертификат, что на Восточном Саяне в честь меня назвали перевал тоже. Он на карте есть, оказывается, все такое. Ну ладно, не в этом дело. А стишок такой. Мала планета, названная мной, в диаметре, что-то, видишь, 8 километров, она между Венерой и Луной летит в потоке солнечного ветра. Моей заслуги в том особой нет, но, полагаю, радоваться стоит, что между прочих солнечных планет и этот затесался астероид. Когда-нибудь во времени ином, такими же вот звездными ночами, и найдет на карте астроном, прочтет название и пожмет плечами. А кто захочет встретиться со мной, поставит диск и поглядит в окошко, где над Москвою в тишине ночной мерцает ярко, млечная дорожка. Спасибо. Итак, сегодня, кстати, вспомним песню. Когда думаешь, что от тебя может остаться, дай Бог, чтобы осталась хотя бы одна песенка. И вот эта одна песенка, может быть, вот эта, которую вы все знаете, написано в далеком 60-м году на севере. От злой тоски, от злой тоски, не матерись, не матерись. Сегодня ты без спирта, я на матери, на матери, на матери, на матери. Идет последний караван, на матери, на матери, идет последний караван. Опять пурга, опять пурга, опять зима, опять зима. Придет метель, звеня, уйти в беда, уйти в беда, сойти с ума, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня, уйти в беда, сойти с ума. Теперь уж поздно для меня. Здесь не весело, здесь не весело. Здесь дышат горы горячо, а победа ерева. Зеленый душу на плечо, а победа ерева. Зеленый душу на плечо. Я до весны, я до весны, до корабля, до корабля. Доживу когда-нибудь. Не пухом бог, не пухом бог, это не земля, а камнем ляжет мне на грудь. Не пухом бог, не пухом бог, это не земля, а камнем ляжет мне на грудь. От злой тоски, от злой тоски, не матерись, не матерись. Сегодня ты без спирта, я на матери, на матери, на матери, на матери. Ушел по свету, так пропал. На материк, на материк, ушел посреди караван.
даже рассказывал, по-моему, читал стишки на один из дней рождения, много лет назад. Я писал себе стихотворение «Подражание великим» с оригинальным названием «Памятник». Я обошел все континенты света, а город мой все тот же, с давних пор. Там девочка, склонясь у парапета, рисует мост, решетку и собор. За меня трамвай и чаек заглушая, качает отражение вода, а я умру, и часть меня большая не бежит от тлена никуда. Моих стихов недолговечен срок, бессмертия мне не дали глаголы, ни громкий, ни запомнившийся голос сотрут с кассет, предпочитая рок. Прошу иного у грядущих дней. Другая мне нужна, Господня, милость, чтобы одна из песен сохранилась там общей, безымянной, не моей, чтобы в глухой, таежной стороне у дымного костра или под крышей ее бы пели голос мой, не слыша и ничего не зная обо мне. Это очень интересно. В советское время писали Иване Леброве, Германия, певец для существующей Руси. А сейчас вообще ничего. Несколько слов о певце, жив ли он. Несколько лет назад, вот, уважаемый Бухарин, несколько лет назад, вот у меня с ним такая диалог вроде. Я был в Зальцбурге, значит, в Австрии. Вот я был в Мюнхене на фестивале памяти замечательного молодого автора Виктора Шнайдера, да, из Питера. Вот, и мы выступали в Зальцбурге, это был домашний концерт, Зальцбург, там, Моцарт и так далее. Вот, и ко мне на концерт пришел очень пожилой немец типичный, лысый человек, небольшого росточка, элегантно одетый с бабочкой, и, значит, и там похлопал, сказать, очень хороший гитарист, вообще замечательные песни и прочее. На следующий день он пришел и принес кассету. А я ведь когда тоже выступал, это уже много лет прошло, вот я хочу перейти к кассету. Я вежливо попрощался, я чуть торопился, и он ушел. И мы поехали, значит, на поезд, значит, с этим, с Ильей Тимаком. И в поезде я раскрыл эту кассету, и вытащил Иван Ребров. Я был потрясен. Я голос Ивана Реброва, я помню много лет, потому что на всех советских кораблях, это запрещенный исполнитель цыганских песен, который пел в ресторане там «Казак», пел «Казачок» и многие русские песни. Это было действительно, вот если была там вторая эмигрантская литература, то была вторая эмигрантская песня. Иван Ребров «Красная рубашка», тогда еще с кудрями, видимо, олицетворял, значит, ее для всего мира. И это могучий совершенно был голос и прочее. Я так пожалел, что вот он мелькнул, и все, и не поговорить ничего. Понимаете, вот так. Значит, живой он, Иван Ребров. Это вот вопрос. Что у нас там дальше? Да, но я не думаю, что мы успеем даже прочитать все записки, но что-то такое попробуем. Давайте мы все-таки сейчас попробуем двинуться по песням, чтобы не втягиваться в диалоги, хотя это очень интересно. Так, ну вот, давайте. Ничего поднимем. Значит, в книжке стихов вашей жены оказалось много пропущенных. Что, белых, что ли, да? Приходите и обменяйте. Это, значит, бракованный экземпляр. Так, с балкона, это хорошо. Так, с днем рождения, спасибо большое. Спойте от нас. Споем с вашей помощью, но это уже, в конце, ладно? Мы еще пока не торопимся, да? Инженер кабельной техники, Нелли. Что? Очень люблю ваши песни, все жду, когда вы... Выступили в парк-кафе у Баяныча. Это что ж такое? Где ж такое? Там тоже у Баяныча. Я даже не знаю, что он существует. Дочь полярного летчика. Еще инженер кабельной техники. Спасибо большое. Ну, я когда же впервые слышу о том, что такое кафе существует. Так что, вот. Так, раз. То есть я единственное кафе, где я выступаю, это место в Глухарях. Спой, пожалуйста, «Острова Гваделупа». А я успел. Ксения, а «Перелетный ангел» спою. Это вот... Да, хорошо, спасибо. Песня, посвященная памяти. Вот одна из моих книг избранных, первых непоцензурных, названа так, как эта песня. По-моему, она тут есть. Это память сотен тысяч людей, погибших в сталинских лагерях на крайнем севере. Я ткнулся носом в это, когда поехал работать на крайний север, когда в поселке Ермакова и убережье Енисея груды мертвых паровозов лежали в болотах, вокруг были безымянные кладбища, когда в правобережье Енисея, в устье реки Сухарики стояли палатки нашей партии,
по весне вымывались кости из безымянных захоронений лагерных, когда по весне расстреливали зэков, чтобы летом завести новых. Память этих людей – перелетная ангела. Нам ночами июльскими не спать на сене, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос. Перелетные ангелы летят на север, их нежное крылье обжигает мороз. Перелетные ангелы летят на север, их нежное крылья обжигает мороз. Опускаются ангелы на крыши зданий и на храмах покинутых ночуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что коротки весенние дни. И когда ветры теплые в лицо подуют, и от лени последней ты свой выронишь лом, это значит на век твою башку седую. Осенит избавление лебединым крылом, это значит на век твою башку седую. Осенит избавление лебединым крылом. Мы не плачьте, братишечки, по давним семьям. Вы не врите, братишечки, про утраченный юг. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Перелетные ангелы летят на север, и тяжелые крылья над тундрой поют. Нина Сергеевна Саксонова. Если можно, спойте, пожалуйста, для нее песню «Синие песни». Поем? Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Забываю вещи, забываю даты, вспоминаю женщин, что любил когда-то. Вспоминаю нежность их объятий сонных, в городах заснеженных, в горницах тесовых, в теплую Японию улетали стаи, помню все, не помню. Почему расстались в теплую Японию, улетали стаи, помню все, не помню, почему расстались. Вспоминаю зримо декорации тени, бледные от грима, девочку на сцене, балаган запойный, песен и христалищ, помню все, не помню, почему расстались, балаган запойный, песен и христалищ.
все не помню, почему расстались. Тех домов где под воскресенье я сон с собою находил спасенье, засыпали поздно, поздно просыпались. Помню, все не помню, почему расстались. Засыпали поздно, поздно просыпались. Помню, все не помню, почему расстались. Странно, очень странно, мы с подругой жили, как чужие страны, комнаты чужие, обстановку комнат помню до деталей. Помню, все не помню, почему расстались. Обстановку комнат помню до деталей. Помню, все не помню, почему расстались. Век устроен строго, счастье ты утратишь, ты меня в дорогу снова собираешь. Не печалься полно, видишь, снег растаял, одного не вспомню. Почему расстались, не печалься полно? Видишь, снег растаял, одного не вспомню. Почему расстались? В руках. А в руке, вот. Скоро старше, что я говорю. Это же страшное дело. Как писал все тот же Губерман, теперь я стар, к чему стенание, хожу к несведущим врачам, и себе воспоминания о жене диктую по ночам. Бахайский храм. На вершине Кармель, где стоит монастырь кармелитов, у подножия ее, где могила пророка Ирии, где склоняются католики, к небу возносят молитвы, евреи, качаясь, возносят молитвы свои. Позолоченным в синих лучах подыхают, у приехавших море мы слушаем всегда на виду. Возвышается храм новоявленной веры Бахай. Возле сада цветущего трижды в году. Возвышается храм новоявленной веры Бахай. Возле сада цветущего трижды в году. Этот сказочный храм никогда я теперь не забуду. Где все люди вокруг между собой в постоянном ладу. Одинаково чтут нам Христа, Магомета и Будду. И не молятся там, сажают деревья в саду. Здесь вошедшие обнимают прохладные тени. Здесь на клумбах цветов изваяния животных и птиц. Окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Окружает тебя сочетание странных растений, что не знают границ, что не знают границ. Буду я вспоминать посреди непогодных морозов лабиринты дорожек по склонам сбегающих вниз, где на тине морской распускается чайная роза, и над жаркой розой недвижный парит кипарис. Мы с тобой войдем в этот сад наклоненный пологой, и не тихая птица над цветами закружится вновь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. И тогда мы вдвоем осознаем присутствие Бога. Ибо Бог есть любовь, ибо Бог есть любовь. Все записывать нам не удалить.
Витя, ты уже заказывал 5 песен, сиди спокойно, как здесь, люди преподаем сейчас, спокойно, споем, чисто вроде споем. Тут есть моих коллег очень много. Спойте, пожалуйста, одну из песен. Того, когда вы были, вот оно счастье, я что-то не знаю, да, ну, трудно сказать, я не очень, так сказать, ну, счастье. Спасибо, что за кафедрой оказалось, нет, что-то не понимаю. Мы с дочкой тоже пострадали. А от жены французского посла, да, как им верит? Вот это примите мои соболезнования. Страдающая жена французского посла. Нет, вопрос исполнили, а завтра, ну что, замечательно. Так, из стихового поэзии. Из стихового поэзии урок литературы хотите прочитать, да? Ну давайте. Да. В прошлое заглядывая хмуро, вспомнил, забывая про дела, педагога, что литературу в нашем классе некогда вела, свой предмет, которому учила, полюбила с юности она. И от этой, видимо, причины коротала жизнь свою одна, внешним видом занималась мало, на уроках куталась в пальто и меня от прочих отличала. Сам уже не ведаю за что, но судьба любимчиков капризна и в итоге неизменно зла. Пушкин однолюбом был по жизни, как-то раз она произнесла. Пушкин был по жизни однолюбом. И примерный прежде ученик засмеялся громко и грубо, и познал, наверное, из книг Вульфа, Вересаева и прочих, их прочтя с прилежностью большой, что не так уж был и непорочен африканец с русской душой. Помнится, имевшая глазку, в дневнике Михайловском строка. Дескать, я надеюсь, что на Пасху далее по тексту дневника. Гнев был внезапно, был прекрасен. Голос по-девически высок. Городецкий, встаньте, вон из класса, двойка за сегодняшний урок. Еще ушам своим не веря, получивший яростный отлуп, снова я услышал из-за двери, Пушкин был по жизни однолюб. Женщин на пути его немало, но любовь всегда была одна. В том, что я нашел он идеала, не его, наверное, вина. Мне ее слова понятны стали через 50 с лихвою лет, подмечая новые детали, наблюдая пушкинский портрет, горькие трагические губы, сединой тронутая бровь, навсегда остался однолюбом, жизнью заплатившим за любовь. И снова песня, кстати, песня называется «Поэт». Начинается все с вакханали, с буйных оргий, сатиров и лимф, где кефара уместно едва ли, а потом превращается в миф. Начинается с пения свирели, что весело ведет хоровод, а кончается все на дуэли, где от пули судьба не спасет. А кончается все на дуэли, где от пули судьба не спасет. Начинается все же с верлибра, с долгих танцев на темных ветрах, где какую подругу не выбрал, все прекрасно на первых порах. А кончается в русской метели, и пройдя этот горестный путь, как волошек в своем коктебеле, не сумеешь назад повернуть. Как волошек в своем коктебеле, не сумеешь назад повернуть. Начинается с пьяного пира и плетение веночков из лоз, а окончается драмы Шекспира, где актер погибает всерьез. Начинается с пляски по кругу, с возлияния на белых столях, окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Окончается зимней вьюгой и свечой, что горит на столе. Увы, время истекает быстрее, чем записки. Сейчас я просто пытаюсь просмотреть. В Австралии был, в Антарктиде был. Что-то еще.
Где вы, скажите, где вы не были? Ну, есть какие-то места, где я вообще не был, но, в принципе, их немного. Я же купался во всех океанах, это точно, в том числе в Ледовитом океане, в Карском море пьяный моторист зашел на рейдинг с того борта и перевернул наш вельбот. Ну, все считается действием полным манером. Да. А живут много где. Да. Перекаты стоял вместе. Жену французского посла уже спели. Сейчас я быстренько, так сказать, лапидарно. Очень интересует ваш след. Аэропорт, сейчас меньше, не надо. По поводу Что? Мои исследования по поводу перехода еврейского народа через Черное море? Через Черное. Нет у меня таких исследований, братья. Но в интернете есть только жалко. Что, это меня ссылки? А, конечно, гарантия утверждает, что когда евреи переходили Красное море, которое... Стоп, ребят, братья, это не трудно. Значит, вот что были, какие были мне исследования, какие у меня и фильмы были, вот это «Атланты в поисках истины», целый фильм о том посвящен. Это по поводу того, что библейские мифы имеют реально геологические основы, я пытаюсь доказать, я делал сообщение об этом не только в России, но и в Тель-Авивском университете, и в Иерусалиме, где против меня выступили все религиозные люди. Обвинение в богохульстве, о том, что когда Моисей вел свой народ, значит, из Египта, да, то он вел их не вдоль Красного моря, во-первых, потому что Ям-Суф, Ям-море, Суф, еще на арамейском, означает красное. Но на арамейском не только Суф, не только красный, но и тростник. Если бы Моисей вел свой народ вдоль Красного моря, куда бы они пришли? К центру Африки, а не туда, куда они пришли, да, к Судан куда-нибудь, к югу. Вот. Это длинная, целая лекция, не буду я сейчас делиться. Но там действительно я доказываю, что цунами утопило войско фараона, и когда было это цунами. Так же, как пытаюсь доказать, что гибель Содома и Гоморры – это реальный медицинский факт, это рифтогенез, соляно-купленная тектоника, репагеологические выбросы, метана воспламенившегося. Это все, этим я занимался, и это я доказываю как-то. И что к Библии надо относиться внимательно, ибо там все, что там записано, это все имеет реальное, как бы, имело основание. А значит, Черного моря я... Как-то не знаю. Я посмотрю в интернете. Да? Но оно красное. Но не через Красное море они шли. Вот. А они шли вдоль и не Красного моря, а море тростников по Страбону, то есть вдоль Средиземного, на восток. Недавно был день метеоролога. Спочнет для метеоролога. Не знаю, что-то у меня с погодой как-то сейчас. Приглашение к плаванию пиратскую. Давайте пиратскую. СП будет приближаться к концу. У нас там две предвести, а про погоду. Когда закрытый аэропорт. Когда закрытый аэропорт. Это одинаковый про Лермонтов и про ветеранов. Да? Поехали. Нет, сначала аэропорт. Когда закрыт аэропорт, мне в шумном зале вспоминается иное. Басни летят во весь опор, негромко лошади вздыхают за стеною. Поля крестные мокры, доступ верни ни огня, ни человека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Сидит там вместе до утра, давайте с вами познакомимся получше. Из града славного Петра, куда, скажите вы, торопитесь, поручик? В края обвалов и жары, под бренд начальства и под выстрелы обреда. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Куда ни ехать, ни идти, в любом столетии, в любое время года, разъединяют нас пути, объединяют нас лихая непогода. О, как друг другу мы добры, когда бесчист будет распутиться на реках. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Какая
какая общность в этом есть, какие зыбкие нас связывают нити. Привычно чокается здесь айцфельдъегерем гонимый и гонитель. Оставил спор до поры, вино за здравый печальный лучик. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Пора прощаться нам, друзья, окошко низкое в рассветной позолоте. Неся нас в красные края, рванутся тройки, словно лайнеры на взлете. Так мерят карточные игры, раскаторожные до будочки калека. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Ах, постоялые дворы, аэропорты 19 века. Так, значит, остальные записки на 80-летие, что ли? Атланты споем. Я прошу к чаю, досмотрю до конца, я как-то всегда стараюсь. Костревной Александр Николаевич, вот это слайд. А на Арбате падает снежок. Пожалуйста, заведите на сайте Центр авторской песни страничку с афишей концертов Городницкого в Москве. О, а то на его сайте только питерский концерт. Правда, не может быть. Давайте попробуем, да, интересные мысли. Так, значит, правда ли, что Владимир Высоцкий пел вашу песню, пел «Погрев черный»? Я, где-то была запись, да. Вот я сам пытаюсь, кстати, эту запись, эти вторую запись, которая нигде нету, наша с ним беседовала, покойная Женя Клящина в Ленинграде, она тоже существует. Прочитайте, пожалуйста, стихотворение «Раскопа крови». Да, из этого стихотворения надо вам сказать, что если вы откроете интернет, то, значит, там последний номер журнала «Хайм», по-моему, есть интервью с моим сыном, нет, да, в мартовском, как он относится к стихотворению, которое, так сказать, а сын у меня религиозный, живет в Израиле. И он неоднозначно относится к этому стихотворению, как и многие мои соотечественники, то есть не соотечественники, как сказать, братья по крови, точнее, да? Вот, и вот в Калифорнии, например, жесткая позиция с еврейской стороны я вот совсем недавно на себе испытал. И очень много обидных всяких вещей мне пишут люди. Но, понимаете, значит, что касается... Одинаковая позиция идет со стороны, значит, нацистов русских к этому стихотворению, и со стороны уже очень ортодоксальных, значит, евреев. Что касается вторых, то я вынужден был даже по радио в свое время «Голос Америки» простирать стихи все того же моего любимого друга Гудермана. Неожиданным открытием убитый развожу заявление руками, ибо думал, как и все антисемиты, что евреи не бывают дураками. Вот это же. Что касается стихотворения, с удовольствием прочитаю. Наша последняя моя книга, вышедшая в Израиле, однотомник, так и называется «Раскопа слова». Я принципиально назвал его таким образом, потому что рассчитываю на умных собеседников. Неторопливо, истина простая, в реке времен нащупывает брод. Родство по крови образует стаю, родство по слову создает народ. Не от того ли смертных поражая, непостижимой мудростью своей, Бог Моисею передал скрижали, людей отъединяя от зверей. А стае не нужны законы Бога. Она живет завету вопреки, там ценится в сознании у Бога лишь цепкий нюх, да острые клыки. Своим происхождением не скрою горжусь и я, родителей любя. Но если слово разойдется с кровью, я слово выбираю для себя. И не отыщешь выхода иного, какие возражения не готовь. Родство по слову порождает слово, родство по крови порождает кровь.
все, так сказать, заказано здесь петь. Мы приближаемся к концу, с вашего позволения, я спою сейчас так. Сейчас смотрю. Вы обещали писать песню Наташа Архитектора. Я обещал писать песню Кариатида. Сегодня вы слышали уже песню от имени Кариатида. Я думаю, что частично как. Так. Это мы спели. Так. Спасибо. Так, все, последняя, надеюсь, записка. Верите ли вы в Бога? И как вы относитесь к предложению преподавать закон Божий в школах? Отрицательно отношусь. В таком случае надо преподавать определенным образом. Потому что преподавание закона Божьего в школах сразу же вызовет в России, на 1/3 мусульманской стране, не говоря же других официальных конфессий, это вызовет большое, большое, так сказать, не дай Бог, у нас и так много чего. Мы и так находимся с вами в стране, которая на грани, так сказать, конфронтации и распада. Не дай Бог это, если будет, потому что это вызовет большую реакцию и на местах, и прочее. Я считаю, что это неверно. Я вообще считаю, что нельзя сращивать государство и, значит, вот, официальное. Нельзя делать клерикальное государство. Вон я, передо мной пример маленького и героического Израиля, где эта проблема существует. Серьезно существует. Там люди, которые верят в Бога, не признают этого государства, не позволяют, что не мешает им пользоваться защитой и так далее. Это, может быть, не нужно этого делать. Что касается Бога, понимаете, это отношение достаточно интимное. У меня когда-то давным-давно, вот я ученый, пардон, я неправильно говорю, я занимаюсь наукой. Я не ученый, нет, не мне судить. Вот, я хочу сказать, что в конце я занимался древним континентом, историей Земли. Многими вещами, я без свято верил в теорию эволюции Дарвина. Сейчас я сомневаюсь. Не в справедливости, конечно, а теории видов, да? Я же такой идиот. А в том, что в развитии Земли существует целый ряд, когда цепочка прерывается. Я сейчас начал верить в дополнение теории катастроф великого Жоржа Кювье. Потому что я знаю эти периоды. И у меня есть модель гибели Земли, или модель Версева Жоржа, биоты, например, Земли. И я берусь показать, когда и как это было. Я сейчас только что в Харвард сделал доклад на этот счет. И там с Бамбахом, там с их физиологами, с их биопродуктом, у нас получилась интересная корреляция с коэффициентом корреляции 0,97, совпадение инверсии магнитного поля и гибель всего живого на Земле в позднем миллу и так далее. Понимаете, нет цепи эволюции непрерывной. А следовательно, кроме того, мы не можем объяснить многие вещи, не хочу времени, нет, возникновение жизни на Земле и появление человеческого разума. Поэтому говорить о том, что мы отрицаем какое-то другое, нам неизвестное, четвертое, пятое, двенадцатое измерение, как его не называть, потому что вот Бог не имеет имени. Вот, понимаете, я не говорю, когда давным-давно я написал стихотворение в городе Лиссабоне. Сейчас, если это ответ. Сейчас. В старинном соборе играет орган. Среди суеты Лиссабона тяжелое солнце, садясь в океан, горит за стенами собора романского стиля скупые черты. Тепло уходящего лета, о чем чужеземец задумался ты в потоке вечернего света, о чем загрустила недолгая плоть под каменной этой стеною, о счастье, которого не дал Господь, о жизни, что вся за спиною. Скопление чая кружит, как пурга, над берега пестрой лентой. В старинном соборе играет орган на самом краю континента, где нищий в лиловой таящейся мгле склонился у входа у Бога. Не вечно присутствие нас на земле, но вечно присутствие Бога. Звенит под ногами коричневый лист, зеленый юный вчера лишь. Я так сожалею, что я атеист, уже ничего. В заключение, если можно, хочу прочитать стихотворение, которым заканчивается книга «Коломна», для меня очень существенно. И споем тогда «Атлантов», да? И «Брикад», все. Так, определение дома. Жил я достаточно долго, где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все опоздать в усилище, запечатлеть в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считать своим домом?
Гнал ураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатах. Там ведь для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени. Живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругою, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом. Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в братские исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый? Это заснеженные мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение Родины, призрачной точки опоры. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к стене Эрмитажа и в сумерки приди, где месяца и хлеба забытые века, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках. Держать его махину не берется стороны, на прежние спины колени сведены, их тяжшая работа важнее иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут домы, поверят поля, и встанет крик беловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Дрожит оно откуда ракетных кораблей. Стоят они рядом, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, и ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершую бы в беду. Не боги человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры пока. Атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Спасибо! Себе провожатый, а на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагона вожатый. А на чистых прудах лебедь белый плывет, отвлекая вагона вожатый. На бульварных скамейках глядит малышня, на бульварных скамейках разлуки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. А ты забудь про меня, ты забудь про меня, не заламывай тонкие руки. Я смеюсь пузырем на осеннем дожде, надо мной городское движение. А все круги,
на воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. А все круги по воде, все круги по воде разгоняют мое отражение. Всячин ставлен на этой земле знаменит, тельмов твоих горестно сжатых. А на чистых прудах рёб коньками звенит, отвлекая вагоны вожатых. А на чистых прудах рёб коньками звенит, отвлекая вагоны вожатых. Спасибо. Я не могу не похвастаться, я уже дважды хвастался, еще раз. Год назад мы были в Иркутске, в филармонии, большой концерт, зал большой, 1000 мест. Директор говорит: Александр Васильевич, странно, на вас люди пришли, никогда филармонии не видел. А в ранней осень приехали геологи со всей тайги окрест, на меня посмотрели, из Байкала. И, значит, я выхожу в фойе в перерыве и слышу, один здоровый мужик с бородой говорит: Ром, интересный к нам человек приехал, а все наши песни знают. Все перекаты, да перекаты, поставь бы их по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою, владеют камни, владеет ветер, моей дырявой лодкою. Владеет камни, владеет ветер, моей дырявой лодкою. К большой реке я на утро выйду, на утро лето кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. Если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Хор! Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, поставь бы их по адресу. На это место можно руками, но вперед по адресу. На это место можно руками, но вперед по адресу. Спасибо. До следующих встреч, какие наши годы, правда? Спасибо. Дорогие друзья, я выхожу сюда, очень прошу Дмитрия Федорова исполнить зале, а также Сергея Викторовича и Валентина Ивановича подойти ко мне. Спасибо.